Врачи лечат тела, мы хотим укрепить их души. С такой целью в Чебоксары приехала арт-группа «Ларго» из Краснодарского края в ДК «Тракторостроители». Прошел благотворительный концерт «Спасибо врачам». В рамках мероприятия медикам вручили награды и почетные грамоты. С подробностями вечера Наталья Егорова. Арт-группа «Ларго» в Чувашии не в первый раз. Но каждое выступление особенное делятся участники. Врачи спасают наши тела, лечат нас. А мы, как представители искусства, мы хотим немножечко укрепить их души. Самое главное, это замечательная такая вот теплая дружеская атмосфера и энергообмен. Поэтому сегодня это получилось в высшей степени. Представление получилось красочным и запоминающимся. Врачи смогли отвлечься от непростых рабочих будней, наполнить свои души теплом и любовью. Когда полностью погружаешься в работу, бывает сложно расслабиться, а сегодня это просто отдых душой. После концерта душевное обновление и настроение, боевое настроение на следующую неделю. Постоянно находясь на работе, даже элементарно находя времени на отдых, я, посетив сегодняшний концерт, реально вдохновилась, обрела новые силы, эмоции. Это не первый концерт, который организовывает благотворительный фонд «Время помогать». Врачам сейчас требуется особая поддержка, считают в фонде. Но порой и одного слова «спасибо» достаточно. Мы искренне надеемся, что мы вот потрудились не зря. И каждый вот из врачей, медиков, которые были сегодня на этом концерте, они чуточку или капельку получили эмоций, которые помогут им преодолевать трудовые будни. Еще один приятный момент вечера – вручение наград за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в области здравоохранения. А самое главное, я думаю, и уверен в этом, что мы делаем с вами самое ценное, что есть на сегодняшний день. Мы спасаем жизни и сохраняем здоровье наших жителей. Благотворительный концерт для врачей прошел. Ощущение тепла еще долго будет храниться в сердцах медиков. Наталья Егорова, Юлия Дикова, Игорь Зверев, Республика.